подставляются новые рамки. Вот, покажи, Сережа, людям. Вот, рамочка новая, она подставляется, и пчелы начнут отстраивать соты и наполнять их медом. Я правильно все сказала, или может что-то неправильно? Все правильно. Ну, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Сегодня погода такая хорошая, прохладненько так. Вернее, даже ну тепло, но хорошо. Прохладно. Очень комфортно. Хочешь попробовать? Кого? Мед. Мед? А меня. Ну да, я хочу, только боюсь, чтобы меня не ужалили. Давай на руку. Ну давай. Ой, какой он горячий. Ой, поверьте, какой он горячий. Нежный такой. Ну, сейчас попробую. Ароматы луговых цветов, трав. Ой, вкусный. Пчелки молодцы. И Сережа молодец. А когда уже качать будет? Или это нельзя говорить? Да, еще рано. Еще рано? Это мед еще молодой, незрелый, да? Угу. Но вкусный.